Всем привет! Сегодня на моем канале выходит новый сегмент. Называться он будет Супер Лайк. Любимая книга этого месяца – это однозначно Жан-Поль Сартр «Тошнота». Это дневник чувака, у которого тошнота. И все реально происходило. Да, то есть я еще не дочитал, но однозначно любимая книга. Допустим, страница 10, 12 строчек. 10, 1, 2, 3, 4. Статуэтка показалась мне противной и глупой. Я почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня. Теперь я был опустошен. Но это еще не самое худшее. Передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, маячила некая мысль, обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она заключалась. Но я не мог на нее глядеть, так как она была мне омерзительна. И все это слилось для меня запахом, который шел от бороды Мерсье. На самом деле, очень все классно здесь написано. Кстати, насчет статуэток, я безумно вам благодарен. Я сегодня выиграл свой первый, все ваши мемы, которые сделали с моим участием. Мне безумно приятно. В общем, это наша с вами победа. Спасибо, я большой. Я Алекс Кросс. Скорее, это мужской фильм. Мне безумно понравился момент, где он накачал ее транквилизаторами. Момент с боксом, как он всех победил. В него никто на ринге не поверил, не поставил. Но он разорвал всех там просто в мясо, при том, что он худой. Короче, хороший фильм. И транквилизаторы тоже, походу, хорошие, потому что она умерла. Короче, он еще и снайпер плюс ко всему. Метко стреляет. Там был момент, когда он полз в торговом центре по водосточной трубе, то есть по аквариуму какому-то. Потом его самого чуть не завалили. Короче, всем спасибо, фильм хороший. Очень много раз за этот месяц меня заставлял танцевать трек Арианы Гранде «Focus», потому что мне нравится. Любимый зарубежный трек — это рок-версия этой песни. Let's find a light inside the universe now. Nobody keep on holding us down. Just come and get it, let them say what they say. I'm about to put them all away. Да, здравствуйте. Птеродактиль. Еще не пользовался, но весь февраль эти тапки, они в моем внимании. Это пранк с участием модель на Эллен Шоу в Jamba Juice. Это очень смешно. И она несет такой бред. Just say hello from the outside. Hello from the outside! Okay, alright, good. Alright, go inside. Ну что, на этом моменте супер лайк февраль подошел к концу. Оставляйте вниз свои предложения, если хотите добавить что-то в этот сегмент. И ставьте свои супер лайки, если хотите такое же видео с конкурсом в конце следующего месяца. Я вас очень люблю. Всем peace out. Все нормально. Нормально же общались.